Привет-привет. Откроем посылочку с сайта Fastec. Там меня один товарищ попросил купить ему электронную сигарету. Здесь у нас, как обычно, по стыке список товаров заказанных, количество и перечень. Это жидкость парения. Формулы, кнопки. Это силиконовые такие пробочки надеваются на атомайзер. Ну что, в кармане носить там, прикрываю одну штуку. Это Vivi Nova Mini. Вот так это одевается. Так, батарея. Батарея с дисплеем. На 5 нажатий блокируется. Так, это собирается. Это зарядное устройство. Зарядка. Это к нашей розетке и зарядка. Вот. Вот так это выглядит. Сюда накручивается батарея. Вот так. Здесь светодиодик горит, пока заряжается, потом он когда погаснет, значит уже заряжается. Сейчас батарея заряженная пришла. Вот такое колечко декоративное одевается сюда. Под эту Nova Mini. Под другое тамазер оно либо не нужно, либо есть другие колечки пошире, там, в зависимости от объема. Вот так это выглядит. Здесь, как всегда, у них список заказанных вещей, количество. Это батарея для электронной сигареты. Здесь атомайзер. Фонарик. И две жидкости для электронной сигареты. А еще на штучок. Вот, электронную сигарету я купил себе недавно. Люди смотрят, интересно, заказывают. Вот товарищ один у меня увидел сигарету, сразу же попросил себе такую заказать. Вот, я взял атомайзер Vivi Nova Mini. Разборной. Такой
Здесь он откручивается, легко заправлять его. Здесь тоже откручивается, легко менять нить. В общем, обслуживается легко все. При этом он компактный. Вот. На эту батарею, думаю, будет смотреться неплохо. Единственное, сюда нужно для красоты еще накручивать колечко. Вот такое колечко, оно там небольшое, наверное. Да, это большое. Под этот автоматик нужно колечко поменьше диаметра. Можно попробовать заправить. Сегодня я зашел в магазин в Харькове, здесь у нас Идеамаркет есть, который продает электронные сигареты, жидкости. Зашел, посмотрел, кстати, цены неплохие, кто из Харькова. Можно туда заходить. Много всяких жидкостей, устройств для парения. Вот нужно попробовать Golden Ducat. Давайте заправим, попробуем, как это все работает. Только надо немножко подождать, пока не попытается жить. Посмотрим батарею. Вот она разряжена. Не заряжена. Интересно. В прошлый раз я покупал, была разряжена полностью. Интересный вкус в этой жидкости. Покажу поближе, все работает отлично. Вот такая вот ручка. Батарея с дисплеем, который показывает разряд аккумулятора и количество затяжек, которые были сделаны от этого заряда. При зарядке он обнуляется и опять идет счетчик сначала. Все работает отлично. Две жидкости. Это манжета, ее советовали пить.
многие очень. И персик с нулевым содержанием никотина. Первый раз, когда я покупал сигареты, я взял разные жидкости с разным содержанием и взял приятную жидкость. Это никотина, такая же точно жидкость. Я их смешаю, получится с меньшим содержанием. Так, и фонарик. Маленький фонарик. У меня такой был уже похоже. Вот такой вот фонарик с зумом. Так. Под обычную пальчиковую батарейку. Резиновые колечки здесь. Такое все аккуратно сделано. Сейчас попробуем батарейку поставить. Я не знаю, насколько она хорошая. Она работает. Несколько режимов включения. Слабый. Это стробоскоп. И нормальный. Три режима. Вот такой фонарик, Кри, Q5, Unfire, здесь написано светодиод Q5. Такой, я думаю, многие его видели. Вот и вся посылочка. Всем спасибо за просмотр, пока, до новых встреч.